что, друзья, я нахожусь в Мопсинном раю просто. Даша Донцова, любимая подруга, тебе огромный привет от мопсов. Ты понимаешь, какой тут все-таки кайф? Друзья, я Ахмед Базиев. Вы смотрите «Привет, Ахмед». Я заводчик и ветеринарный врач. Сегодня в ролике мы поговорим про мопсов. Мопсы – нереально крутая порода. Собаки, которые завоевали популярность у многих-многих людей на всех континентах. Но в нашей стране на самом деле самая, наверное, самый главный маркетолог породы мопс – это Даша Донцова, которая вместе со своей героиней в романах мопсы ее расследуют преступления. Кстати, даже есть книга «Зимнее лето весны», в котором Даша Донцова говорит про Ахмеда Базиева, меня, хорошего ветеринара, который с Васильевой что-то там тоже расследовал, какие-то преступления. Короче, смотрим «Привет, Ахмед». Мы питомники Flash of Joy у Натальи Брыльковой. Сегодня говорим про мопсов. Плюсы-минусы этой очаровательной, крутой породы. Так что поехали. Итак, друзья, заводя мопса, вы должны знать некоторые особенности этой породы. Во-первых, мопс – это все-таки маленький молос. Что такое молос? Мопс – это родственник мастифов, симбернаров и прочих собак второй группы, мастифообразных, то бишь молосов. За счет того маленького размера, короткой морды, это все-таки собака брахицефал. Тут даже больше история не про размер, а про морду. Это брахицефал. Что такое брахицефал? Это у собаки, у которой короткая вот такая, видите, короткая морда и короткие носовые пазухи. Поэтому, когда на улице жарко, вы с мопсом не гуляете. Эта порода не для людей, которые любят такие, знаете, круглосуточно гулять и ходить по лесам, огородам, полям. Нет. Моп все-таки собака для дома, для частного дома, шикарно в квартире живет. Но когда жарко, помните, короткая носовые пазухи, горячий воздух не успевает охладиться, и мопсы подвержены сердечным проблемам, приступам, тепловым ударам. Поэтому если на улице больше, чем плюс 25, домой под кондиционер. Но обязательно помните, что он может простыть, поэтому нужно эту историю регулировать. Из минусов, что еще есть у мопсов все-таки? Они подвержены аллергическим реакциям. Да, это есть. На самом деле это большая проблема. Также из минусов достаточно крупные глаза, и поэтому часто бывает травмы, и глазное яблоко выпадает. Это очень часто бывает у мопсов, у некоторых других бульдогов. Это нужно учитывать, поэтому с мопсом надо все-таки аккуратно вот эту всю историю содержания производить и знать. Это большая-большая проблема именно этой породы. Плюсов куча. Добрые, веселые. Кстати, мопсы одна из самых умнейших пород. Причем мопсы, знаете, сейчас, вот Наташа все-таки скажет, расскажи про интеллект все-таки мопса. Нет, интеллект высочайший. Причем мопсы, это ну не собаки-солдаты, которые привыкли, ну, люди давать приказы. Такие. Они заставляют людей жить по их правилам. Манипуляторы. Они манипуляторы. Делают это очень мягко, ненавязчиво. И вы даже сразу не поймете, что мопс это сделал. Скажи, пожалуйста, какие ты дашь советы людям, которые хотят завести мопса по содержанию, кормлению, уходу? Ну, во-первых, не перекармливать, потому что мопсы попрошайки. В силу своего высокого интеллекта они это делают очень красиво. Как вот, можно ему отказать? Отказать невозможно, да. Ну, очень четко следовать правилам кормления, не перекармливать. Побольше гулять, ну, когда погода позволяет. Позволяет, да. Пока растет щенок, тоже побольше гулять, чтобы мышечный каркас образовывался и держал вот эти мышечный каркас, кости. Это, да. Знаете, что это что такое? А моп все-таки это атлет. Да. Такой молос, маленький, костистая собака. Широким, объемным. Да. Он не должен быть, знаете, вот это сельти-васи. Тонкий, да. Плоский, худенький. Поэтому нужно это учитывать, чтобы он был такой в объеме. Такой кругленький, грубо говоря. Вот. Ну, ты кормишь сухим кормом, я так понимаю. И мясом тоже. Ну, кстати, балую. Да, это на ну, самом когда деле... растут, то мясо... Сухой корм, это я опять же повторюсь, вот еще один наш профессиональный заводчик, причем у Наташи питомники чемпионы мира, чемпионы Европы, чемпионы Америки. Это, кстати, очень круто, потому что да, в Америке очень сложно выступал, да. Выиграть, да, даже на Вестминстер. Вестминстер это самая престижная, самая крупная выставка собак в Штатах. Как у нас, допустим, есть выставка Евразии, Россия, самые крупные, самые да. статусные выставки. Вот то же самое в Америке, это Вестминстер, и там ее собаки даже были чемпионами. Поэтому профессиональный заводчик Наталья Брылькова тоже советует кормить сухим
этим кормом. Но мясо можно давать, ну, дозированно. Ну, да, но не основное, да, конечно. Не надо, знаете, вот насыпали сухой корм, сверху наложили фарша, нет. Налили кефира, посыпали пробиотиком и ешь. Ну, знаете, это все-таки не хрюшка, как бы, хоть и мопс похож на хрюшку такую, но это не хрюшка, это все-таки собака, и надо все-таки понимать, что такое правильное кормление. Поэтому кормим сухим, профессиональным, промышленным кормом. Даем обязательно витамины. Да. Хондропротекторы ты советуешь давать все-таки мопсу? В принципе, ну я смотрю по состоянию собаки. Если достаточно тяжелый костяк, и я вижу, что, то даем, конечно. Бывает само собой все. Вот. Что Наталья имеет в виду? Она говорит, я вижу. Когда у вас у мопса очень большой объем тела, грубо говоря, да. Он такой костистый, широкий, и вот немножко начинают разъезжаться ножки. Или вы видите, он немножко как-то подтягивает ножку. Да, могут быть проблемы со связкой. Нужны хондропротекторы, но нужно также понимать, если, допустим, мопс бегает, и у вас, у него, вот, допустим, выпадает коленка, бывает такое, это пател, это генетическое заболевание. Да. Ну, мы тоже, да. Да, нужно делать тесты. Если делаем, вы хотите приобрести мопса, вы всегда спрашиваете у заводчика, есть ли тесты на пателлу, есть ли тесты на другие генетические заболевания, присущие мопсам. Это очень важно, потому что профессиональные заводчики дорожат своим именем, репутацией, и вам все бумажки на стол положат, грубо говоря, и предоставят, скажут, вот, ребят, смотрите, все у меня есть. Знаете, как на приеме у хорошего врача. Там в книжке все заведено. Ну, на самом деле, больше, в принципе, таких особенностей нету для тех особенностей, которые бы вас как-то могли предостеречь от приобретения мопса. Но скажу, что мопс все-таки это собака не для всех и не для каждого. Потому что мопс это собака думающая, собака-манипулятор. Да. И если у вас в семье есть дети, не давайте детям играть, бросать, щенка. Да, да, потому это, что конечно. Мопс они милые, приятные, они безобидные. Они выглядят как игрушки, да. Да, поэтому нужно это все дозировать. И понимать, что если вы любите большие пешие прогулки под снегом, под дождем, в жару и так далее, мопс не для вас. Мопс вот для такой погоды, для такого красивого дома, для такой лужайки. Медитировать. Да, целовать, красиво. Обнимать. Вы знаете, красиво потягивайте, там, не знаю, просекко, маслинчики, в ногах лежит мопс. И говорит, какая же ты прекрасная да, мама. Да, и кайфуете, смотрите какой-нибудь ваш любимый сериал. Поэтому... Если это у вас есть, мопс – ваша история. Но, наверное, вот из тех каких-то минусов, ну, минусы все сказали. Что еще? Ну, не знаю. А, кстати, самый главный… И мопсы тоже имеют тенденцию накапливаться. Да, они собираются, как мы говорили в прошлом ролике про кардиганов. Но знаете, еще самый главный плюс. Если у вас мопс, и вы где-нибудь случайно увидите Дашу Донцову, поверьте мне, вы сразу с ней познакомитесь, потому что Даша… Я знаю не понаслышке, никогда в жизни мимо мопса не пройдет. Так что хотите подружиться с Дашей Донцовой, приобретайте мопса. Итак, друзья, подводя итоги о содержании мопса, что вы должны знать? Мопс – это маленький молос, это брахицефальная порода. Помним, в жару не гуляем, на речку, в лес, в жару не ходим. Если на улице больше плюс 25, мопса под кондиционер, но обязательно, чтобы не простыл. Да. Обязательно наблюдаем проблемы с глазами, потому что короткая морда, крупные глаза часто бывают у них, ну, русским языком вываливаются глазное яблоко. Аккуратно с этим. В целом, шикарная порода, добрая, веселая, ну, иногда бывает пукают. Ну, это уже, знаете, проблема. Ну, пукают редко, но зато проблема. С очень высоким IQ. Очень высокий IQ. Так что любите мопсов, кайфуйте с мопсов. Мопса очень крутая порода. У Наташи Брыльковой они шикарные, так что смотрите ролик «Привет, Ахмед» и берите себе мопса. Это очень добрая и веселая собачка. Вот такой пес.